Дмитрий Артюхов поздравил Александра Мора с вступлением в должность губернатора Тюменской области. Напомним, на выборах 10 сентября он одержал уверенную победу. За Александра Мора отдали свои голоса 816 253 избирателя, жители Тюменской области, Ямала и Югры. Находясь в Тюмени, глава нашего региона принял участие в торжественной церемонии вступления Александра Мора в должность губернатора Тюменской области. Поздравляю с вступлением в должность. Это огромная ответственность, но зная ваши личные качества, вы на самом высоком уровне с этим всеми вызовами нашими справитесь. Тюменская область – пример для большинства регионов по самым разным направлениям развития. Конечно, это залог труда многих поколений и, конечно, руководителей. Сегодня уже звучали главные руководители области, которые очень высоко подняли планку. И Сергей Семенович Собянин, и Владимир Владимирович Якушев, и вы – очень достойно, высоко несете города имя Тюменской школы государственного управления и решаете все предстоящие сложности и задачи, которые перед нами стоят. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что управлять столь мощным регионом, как Тюменская область, огромная ответственность, и пожелал Мору успехов в работе.